Так, вот это у нас Юпитер 2 октября 2023 года, к сожалению, длительнее, больше позволить себе наводиться не могу, прямо сейчас облачко находит и на Юпитер, и на... Да ничего, даже спутнички вон видно, не на что жаловаться. Давайте... Посмотрим, ради чего вся съемка затевалась. Ради близости Юпитера с Луной. О! Разве не красота? Ну, видно облако. Ох. Там дальше пойдет еще хуже дело. Так что будем снимать то, что можем прямо в таких условиях. Да что ж ты, никак. Уже в Луну не попаду, ну все уже. Пора бросать это хобби. Сниму уже до таких степеней. Будет интересно посмотреть, не, ну, при таких дымках наводиться. Ничего, как-то даже кратер Плато виден. Платон. Да, ну, хорошо, есть гораздо лучше погодные условия для съемок. Отдельно Луны. Вот вам. Луна и Юпитер. Ну, Юпитер уже за облачком даже не видно. Давайте, наверное, сейчас еще задним разом снимем. И Венеру. Что же нам бросать красавицу? Меркурий мы, конечно, не снимем с такими облачностями. Венера у нас ползет вверх. Будем прицеливаться чуть выше сразу. Так, уменьшу сейчас выдержку, чтобы она не засвечивалась нам. Резкость где-то так. Второе октября. Утро 2023
Вода. По-моему, чуть-чуть распогодилось на Луне. В смысле, в направлении Луны. Чуть-чуть, но все-таки. Опять же, с ним нас, наших главных участников. А, то Юпитера еще не было видно, я же выдержку уменьшил. Чтобы у Луны кратеры были видны. А вот так, если Луна засвечена, это вот кратеры Луны, ну тогда тускнее становится Юпитер. Ладушки, хватит.